бассейн. Не в дружбу, а в службу. 50 новых патрульных машин, ключи от которых сегодня вручил президент, ощутимая поддержка для ГИБДД. Не за горами ЧМ по футболу и большая нагрузка. Республика помогала и будет помогать по укреплению материально-технической части вашей службы. Прошло сокращение, но лично Арсен Галевич, республика сразу отреагировали, и 165 сегодня в оснащении ГИБДД современные технологии. Система «Паркон» против водителей, выезжающих на автобусную полосу, камеры на скорость комплекса «Рубеж» и даже аэростаты для съемки с воздуха. Но по-прежнему кадры решают все. Даже самый современный прибор автоматической фотоидентификации не способен заменить инспектора ДПС и фиксировать нарушения при отсутствии государственного регистрационного знака или его умышленного сокрытия. Таким образом, без инспектора, контролирующего наличие считаемых государственных регистрационных номеров, прибора автоматической фотоидентификации – малоэффективно. Как выяснилось, большинство водителей того же мнения. В принципе, мы и на камеры реагируем, ну и, естественно, на сотрудников. Мне кажется, это равнозначно. Не знаю, однозначно ответ. Камеры, я как водитель говорю, камеры. Камеры лучше по-вашему? Да. Непревзятое отношение, все, нарушил, зафиксировали, оплатил. На безопасности, наверное, все-таки сотрудники. Если какая-то спорная ситуация, мы по-любому вызовем сотрудников ГИБДД. Больше 4500 ДТП за год. Пострадавших в них еще на 1000 больше. А погибли на дорогах 425 человек. Это сравнимо с жителями одной многоэтажки. Главная причина аварии – грубое нарушение правил дорожного движения. Практически половина от всех погибших при столкновении. Самый опасный вид таких аварий на обгоне – это каждая третья смерть на дороге. Уже в новом году авария в Пестричинском районе унесла сразу 4 жизни. В Чистопольском и Лениногорском еще по 2. Все чаще участники ДТП в Татарстане оказываются непристегнутыми. Из всех погибших на дорогах каждый шестой пренебрег ремнями безопасности. Речь и о водителях, и о пассажирах. Жертв в 2 раза больше, чем годом ранее. Условия диктует и современная реальность. За рулем уже не только разговоры и переписки, но даже просмотр сериалов. А на трассе Казань-Зеленодольск в марте прошлого года девушка и вовсе вела трансляцию в соцсети, будучи за рулем. В прямом эфире выезд на встречную полосу, лобовой удар автобуса и смерть на месте. Исследования показали, что когда водитель отводит взгляд от дороги на экран мобильного устройства при скорости движения 60 км/ч, он проезжает слепую 65 метров. Соответственно, чем выше скорость, тем такие слепые участки становятся больше. Штрафы уже не помогают. Так, не пропуск пешехода стоит сейчас 2500 рублей. Однако наезды на них – это треть всех ДТП. Кто-то уступает, если добрый человек уступит, а кто-то, не знаю, может, все торопится и торопится куда-то. Судя по тому, что я перехожу, ни разу не было такого, что мне там машина проезжала или мешала. У нас очень хороший водитель, внимательный. Ну, уступают. Июльская трагедия с пассажирским автобусом под Заинском повлекла череду строгих проверок. Досмотрели больше 50 тысяч машин. В случае нарушений они отправлялись на спецстоянки. Контроль пассажирских перевозок – задача и на этот год. Также предстоит оптимизировать работу после сокращений штата, повысить качество оказания госуслуг и обеспечить безопасность дорог во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Лена Зинатольевна, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань.